Бэтмен, Супермен, Спайдермен все легли рядышком после того, как их ушатал настоящий троещинский спортсмен. Спортсмены! Так называется наша следующая номинация. Внимание! Получение справки из ЖКХ стало официальным видом спорта. Оно заменило собой бег с препятствиями. Ведь какие препятствия могут быть сложнее? Ну, разве что препятствия, которые расположились на третьем месте нашего спортивного хит-парада. Поглядим-ка. Я так понял, что Олимпиада в Сочи собирается развлекать зрителей любыми способами. Марафон был настолько долгий, что сразу после финиша все спортсменки сразу расплакались. Спортсменка из Украины хоть и проиграла в забеге, зато выиграла в заплыве. Ура! На втором месте номинации «Спортсмены» находится борец, который наконец-то послушал тренера и проявил свою агрессию к оппоненту. Немного уговоров и пачка допинга, и у нас готов серебряный призер. Внимание на экран! Мне кажется, если бы Киплинг жил в наше время, его Маугли выглядел бы именно так. Кстати, спонсор этого борца – стоматологическая клиника «Зубастик». Кстати, борцы всегда реагируют так на фразу «Скажите чиз». И, наконец, первое место заслуженно уходит к девушкам, которые занимаются синхронным плаванием. Правда, я всегда думал, что девушки в купальниках выглядят несколько иначе, но победителей не судят. Итак, внимание на наш 3D-экран! Вау! Эх, бедные зрители, весь прикол пропустили. Ведь самое смешное, что они увидели, это две пятки. Я когда в детском садике танцевал этот танец, даже не думал, что его нужно танцевать в бассейне еще и вверх ногами. А мы с вами синхронизировались и продолжаем.